Здравствуйте, с вами программа «Под ключ», я ее ведущая Валерия Саенко. В этом выпуске мы расскажем, как можно сэкономить на коммунальных услугах с помощью пластиковых окон, а также где купить квартиру с видом на пойму Клязьмы. Ну а сначала давайте вспомним, о чем шла речь в предыдущем выпуске. В предыдущем выпуске мы рассказывали о деталях загородного строительства и вместе выбирали архитектурные стили коттеджа. Компания «Экодом» специализируется на строительстве альпийских шале уже больше 10 лет. При этом для строительства применяют комплексный подход от эскизного проектирования дома и до строительства под ключ. Стиль альпийского шале легко узнаваем. Покатая крыша, каменный первый этаж и деревянная мансарда. В качестве дерева используется клееный брус. Натуральные материалы подойдут даже для строительства бассейна. Дерево толщиной в 200 миллиметров держит тепло, так же как кирпичная кладка в полуметровый слой. При этом шале это не обязательно дорого. Стоимость строительства дома в стиле альпийского шале большей частью зависит от выбранной технологии и начинается от 25 тысяч рублей за квадратный метр. При этом компания «Экодом» делает каждый проект индивидуальным. Он обязательно проходит стадию адаптации, в которой учитываются особенности конкретного участка, его расположение, перепады высот, характеристики грунта. Когда окно защитит от лишних трат? Современные пластиковые окна давно стали многофункциональными. Сегодня в их силах не только защитить дом от холода, но и оградить от воров и шума. Но как с их помощью можно сэкономить семейный бюджет? Давайте разбираться вместе. Защититься от жары, холода, шума и воров можно с помощью одного качественного пластикового окна. Выбрать такое непросто. Специалисты советуют обращать внимание сразу на несколько моментов. Первый – профиль. Чем он шире, тем эффективнее окно удержит тепло в квартире. Компания «Окнопласт Плюс» для производства своих окон использует профиль немецко-бельгийского концерна «Декёнинг». Он входит в тройку крупнейших производителей ПВХ-систем в Европе. Еще одна немаловажная деталь при выборе окна – количество воздушных камер. Чем их больше, тем в доме теплее. Клиентам, которые хотят сэкономить на электроэнергии и отоплении, мы рекомендуем профильные системы 5 или 6 камерные системы. Как раз сейчас в нашей компании «Окнопласт Плюс» проходит акция на окно «Комфорт Плюс» с 6-камерной профильной системой 76 мм. Таким образом, мы установим вам окно в повышенной комплектации с гарантией до 11 лет и по доступной цене. Среди широкой линейки от компании «Окнопласт Плюс» модель окна «Эко» заслуживает особого внимания. В комплектацию окна входит профильная система «Форвард». Ширина 60 мм, 3 воздушные камеры. Это бюджетная базовая модель окна. Она полностью соответствует ГОСТу, имеет привлекательную цену, а также гарантию до 5 лет. В отличие от многих бюджетных решений, в состав модели «Эко» входит так называемый серый ТПЕ-уплотнитель. Данный уплотнитель позволяет расширить цветовое пространство, а также надежно защищает от влаги и пыли. Нашим клиентам мы предлагаем установить надежные проверенные окна со скидкой 43%. При выборе пластикового окна обращать пристальное внимание нужно и на сам стеклопакет. Он составляет 80% от общей площади окна. Через него идут основные теплопотери. Сократить их поможет новинка от компании «Окнопласт Плюс» – умные окна. В них установлен специальный стеклопакет «Климат-контроль». Его плюс – экономия на коммунальных платежах до 30%. Данный стеклопакет обладает специальным напылением, которое защищает от ультрафиолетовых лучей и прекрасно сохраняет тепло. Нашим клиентам мы предлагаем устанавливать умные окна по цене обычных. Еще один критерий отбора для пластиковых окон – фурнитура. Она гарантирует надежность от взлома, обеспечивает окну плавное открывание и долговечность. В комплектации окна «Эко» используется фурнитура высокого качества. Особенно это следует учесть владельцам частных домов и квартир, расположенных на нижних этажах. В компании «Окнопласт Плюс» возможна комплектация окна с фурнитурой из стали повышенной прочности, с элементами взломостойкости. И помните, от вашего выбора зависит комфорт и безопасность вашего дома. Жизнь в центре города на лоне природы. Все это про новый жилой комплекс «Левино поле». Он находится в 10 минутах езды от центра города. В ЖК два кирпичных дома, один из которых уже сдан. Все подробности об инфраструктуре района, новых квартирах и даже видах из окна в нашем обзоре.
ЖК «Левино поле» – это два кирпичных дома высотой в 9-10 этажей. Один дом уже сдан в эксплуатацию, второй планируют сдать в 2018 году. Главный плюс жилого комплекса – его расположение. Дома построены в экологически чистой зоне. Окна верхних этажей выходят на пойму реки Клязьма. Недалеко насаждение реликтовых осин. Рядом нет центральных магистралей и шума автодорог. К тому же в доме хорошая звукоизоляция. Внутренние перегородки выполнены из кирпича. Толщина стен – 70 см. Квартиры в этих домах славятся своими просторными коридорами и лоджиями, а также удачно спроектированными санузлами. Вы можете заказать застройщика как строительную отделку, так и социальную, то есть заехать и получить ключи уже в готовую квартиру. В Левино поле большой выбор планировок квартир. Можно выбрать жилплощадь от 40 до 77 квадратных метров. При покупке жильцы получают квартиру со стандартной строительной отделкой. Здесь уже вмонтированы счетчики, стояки водоснабжения, радиаторы и поставлена входная металлическая дверь. Еще один плюс дома – отдельная котельная. Она позволит жильцам не зависеть от центральной системы отопления и сэкономить на оплате коммунальных услуг. В жилом комплексе продуман внутренний двор. Здесь уже сделаны детские площадки, зоны отдыха и парковочные места. В скором времени появится озеленение, установят шлагбаум и видеонаблюдение для безопасности жильцов. В жилом комплексе «Левино поле» вы можете приобрести квартиру беспроцентной рассрочкой до конца строительства, либо же в ипотеку с минимальной процентной ставкой в 6,25%. Забронировав сейчас квартиру, вы получите скидку 2000 рублей за квадратный метр по более выгодной цене, чем у других. Уже сегодня ЖК «Левино поле» обладает всей необходимой инфраструктурой. Здесь есть школы, детские сады, магазины, поликлиника. Рядом находится областной дворец культуры и искусства, музыкальный колледж. В 3 минутах ходьбы от новых домов и остановка общественного транспорта. До исторического центра города отсюда можно доехать за 10 минут. Подобрать лучшую квартиру в ЖК «Левино поле» вам помогут в отделе новостроек и УФИ партнеры. Для этого нужно всего лишь позвонить по телефону 377-022 или зайти на сайт ufapartners.ru, где можно оставить заявку для обратной связи. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Теперь вы знаете, где найти жилье с живописным видом из окна и развитой инфраструктурой. Надеюсь, что вы не забудете и о том, как выбрать правильное пластиковое окно. А я прощаюсь с вами и напоминаю, что если и вы хотите стать героем программы «Под ключ», звоните 54 10 24. С вами была Валерия Саенко. Увидимся через неделю.